Бердянск, август 2016. Я Виталий. В этом ролике мы сейчас продвигаемся в сторону моря, на пляж. Здесь в пешем доступе 3-4 минуты. Сегодня по дороге на пляж вот такой раритет встретился нам. О, даже еще с этими, со старыми номерами. Мы вышли на пляж. Это пляж Лиски. Сегодня суббота. Конечно, людей, как говорится, море, тьма. Ну да, сегодня пятница, суббота. Приезжают с Запорожья, с Днепропетровска. То есть на выходные дни очень много приезжает людей. И я вам скажу, реально, здесь в два раза больше, чем в будний день, вот когда мы были здесь. Суббота-воскресенье. Но местные говорят, после 15 сентября здесь людей в 5 раз меньше. Сейчас мы идем. Народу везде одинаково свет. Чего ходить? Ну, что поделаешь. Вода сегодня прозрачная. Сегодня людей особенно много. Выходные. Этим катером парашютистов катают, и мы катались на парашюте на этом катере. Ссылку на парашют я дам в этом верхнем углу. Я поднялся на водную горку, которая находится на пляже. Как этот пляж называется? Лиски. Лиски. На пляж Лиски. Через девушки Лизы. Она моряков встречала вином здесь. Как давно это было? Это где-то лет 200 назад. То есть лет 200 назад. Вот потому теперь мы узнали, почему это называется Лиски. Назвали Лиски. Вообще девушка была Лиза. А, девушка Лиза 200 лет назад встречала моряков. И угощала вином. И угощала вином. Теперь вот этот пляж. Сегодня 20 августа 2016 года. На пляже особенно людно. Сейчас я с этой вышечки попробую вам дать представление о субботнем пляже Лиски. Вот вы видите, людей очень много, детей много. Это радует, что родители привозят деток сюда. Это катер, он делает прогулки на парашюте. Я уже говорил ранее. Ссылочку на парашют, как я на нем катался, я дам вот в этом верхнем углу. Еще раз напоминаю, просто в этом верхнем углу. Вдалеке виднеется порт.
парусник по морю. Вообще сегодня вода очень чистая, прозрачная. Вчера мы были, вода была мутная, а сегодня прозрачная. Волна, а с чем это связано? Волна с моря шла и всю муть оттуда несла. А если ветер на море, то тогда вода чистая. Тогда вода чистая. Но я смотрю, сегодня вода чистая. Сегодня я еще проедусь к старому колесу обозрения, и там с набережной, там, я думаю, вода еще прозрачнее, там воду не коломутят. Там глубже, там... Там глубже, да, там и людей меньше купается, и воду не сколомучивать. Я думаю, там я сделаю подводные съемочки и покажу вам это все на YouTube-канале. Ну вот вы уже посмотрели, что собой представляет пляж Лиски. А то рыбацкие корабли. А то рыбацкие. Корабля. А они действующие? Да, рабочие, действующие корабли. То я смотрю, они все время стоят на одном месте. Нет, они выходят в море. И вчера он стоял, и позавчера он стоял. Нет, ну они стоят, ну выходят, как рыба нужна, когда они выходят на бычка ловят. Понятно. Можете наблюдать рыбацкие корабли. Что отсюда еще видно, достопримечательность? Маяк. Вот вдалеке вы видите Радианский маяк. Есть у него название? Да нет, просто маяк. Просто маяк. Вы видите, просто маяк. И, наверное, вы видите, трава горит. Да, это от жары, да. Да, видите? Нет, это куда? Или кто-то злоумышленник, так, или неосторожный окурочек. Вот. Сегодня очень жарко, на улице сейчас, наверное, 30 градусов точно. Ну, вот такой обзор. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс, делитесь им со своими друзьями. Я Виталий, до новых встреч!